ладно. Это редкий камуфляж, да. Так, ну что, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ВБР? Не, ВБР. Поехали. Кучнее, кучнее, кучнее. Смотри, какое стадо летит. Кучнее, кучнее, кучнее. А, мы прям в дырку! В дырку! А там выжить-то реально. Стикс, ты понишь, Стикс, отпусти кнопку, Стикс, отпусти кнопку. Ой, минус. А нет, нет, нет. Твою маму. Ну, нормально. Я малый трон наделался. Нет, отойдите от меня. Стишку не трогаем. Не трогай, меня перекрутило. Едем Джову в рот, Джову в рот. Блять, Гедеон, слышишь, в рот уже съездил. Это Джов? Бля, вспышка, шо с лицом? А чё все такие аккуратные? Никто да, никто не хочет прыгать. Да нахер надо, идите в жопу. А же тебе это помогут. Ай, хватит, блядь. Опять инспир. А братан Джову никто не прыгнул, да? А это ненадолго. Это ж не колесник. Да иди нахуй, блядь! Я ж сказал, блядь! Я не зря, не зря! Блядь! Блядь! Сука, просто... Не зря! Не зря! Нет, нет, нет! Ой, минус один! Ой, ой, всё нормально. Гидя, Гидя, погоди! Да, спасибо. Я... Ну ты говнюк! Я тебя там щупит, блогеров. Мне просто показалось, что ты слабо замотивирован на битву, решил тебя подогреть. Угроза реальной расправы. И тут она что-то открылась. Да блин, реально, сука, все толкаются, это просто какой-то капец. Ты пока не знаешь, там вся сторона поднимается. Блядь. Надо было брать что-то потяжелее. Ну это хреново, что красное еще есть. Да, и очень... Так, а можно же было, а что красное есть? Команду? Какая красная? Никакого нет, красного нельзя, нельзя было. Нельзя. Инс вообще баг. Не слышал обсуждения. Почему-то они сделали ограничение в тренировочной, что максимум 20 человек в команде. Флаг Украины, Стрижов-то блокитный. А у Юши в танке штырь. Что? Да, прям проткнул его насквозь. Итак, здесь дорога в два варианта. Подольше и покороче. Ну не знаю, я по какому-то съехал. Это покороче было? Это покороче, это покороче. А-а-а. Вспышка, не вспышка не рискнул. А я, у меня 200 хп, ты наоборот. Посмотри на мое хп. Да давай, блядь, путешествуй. Ну, мне кажется, что Юша застрянет на вазелине. Смотри, сука, скидывает меня. Бля, да ну нет! Слушай, я уже выиграл на этой карте. Ты видишь инспа в команде? Я передумал. Кирилл, как там, все хорошо? Отдадим первое место Юши, да? Заслуженно. F7, нужна помощь. Тебя перевернуло, братан. Пангос, помоги. Сука. Я в честь тебя... Пизду тебе, я тебя не буду брать, я тебя пожалел, я тебя не буду брать, Пангос. Блин, в самом начале... Блин, ты еще так, Дэс перевернулся, бан Сюселю. Бан Сюселю. Ах, да ёперный театр. Ладно, на карте, на которой ты первый раз, ехать первым, такое себе, блин. Давай, не потей уже там. Слушай, Витька, а что у тебя за апельсин вертится рядом с танком? Что? Это плохая. У тебя апельсин какой-то рядом с танком вертится? О, идеально вообще. Вообще на езде просто. Польские турборежимы. У меня с ним движок мощнее. Слушай, а пазик реально тащит, смотри, я думал, ты стоял, ты тут. Шарит, в смысле, по мосту, да? Один кусочек объехал, другой нет. Так, а дальше куда? Ну, в воду и направо, в воду. Катя финиширует. Нет, Катя не финиширует. Катя выбыла, но понимаешь, прикол в том, что все остальные проезжают, а Катя минус. Катя как конец потеряла, она больше не финиширует. Просто когда... Какой-то все уже там... Там все просто выехали за границу, но все узнали. Бля, вспышки везет, ну... Нет, до свидания. Модераторы, ну что, минус? Они просто сказали минус, тебя же не убивают. Так, в смысле минус? Это значит, ты должен выходить. Да. Нет, ты можешь ехать дальше, просто не можешь просто победить. На маусе, ух. Да, да. И толпа такая вся уехала просто со стартой маус. Ох, я сейчас эту толпу догоню. Катя, можешь заново попробовать. Катя, можешь заново попробовать, тебе написали. Не так надо. За поздно, спасибо.
Так, блядь, CS63 надо запрещать. Я там поехала, да, спрыгнула, но у кого у него много хп, много брони, он не падает, и у него еще скорость короче. Хотя... Да нихера, сколько раз разбился, да сука! Синяя точечка, это чекпоинт. Что означает синяя? Чекпоинт, если сейчас не проедет Юша, Юша. Что делать-то? Юша, вперед, вперед! Вот, проезжай направо, направо, да, вот, блин, дорога, вот дорога. Я потерял путь. Если не проедешь, возвращаешься на синюю. Понял, понял. Таков путь. А кто-нибудь поставьте на колесики, пожалуйста. Нет, лежит, давай лежит. Пусть лежит, пусть лежит, как я лежал. Подними, подними, подними. Нет, брось его, брось его, да. Это битва насмерть. Слышишь, там в Юше застряла какая-то палка. Карма, быстрее, карма, быстрее. Там Юша застрял, Юша застрял. Карма. Алярма. Алярма. Кто-нибудь! Нажимай, нажимай F7, F7. Я нажимал F7 тоже, когда лежал. Вот так вот, карма, понял, что такое? Слегка, нет, не успел, все. Да, тут. Просто на ровном месте, вообще. Он так на косарь уебался. О. А воздуха тихонько, лёгонько едет. Не лёгонько, да у меня тут просто прям вообще это. Смотри, он даже не обгоняет. Я не догоняю. Ну, Юра, Юра, как ты так... Выкидывай. Ни хрена себе, это как? Чекпоинт. Это картошкина физика, все нормально. Ну, чекпоинт это чекпоинт. Это. Ну ты же ездил до этого аккуратно. Переверните, взял... переверните там Панзервагена. Рока, Рока, переверните, надо. Переверните Рока. А че, пускай играет Дест, ну ё-моё. Да ладно, ладно, пусть играет. Да, переверните, че вы. Я настолько потеть, вот так вот сдохла. Ну да. Ля, вспышка на опыте. Ля, смотри, он смотри, помнит. Смотри. Он помнит, руки помнят. Вообще не говори. Так ему там не выжить. Да погоди ты, не черви. Так, а чего боится, руки делают. Да подожди, там ты с толтой ей первым. А, да вот так именно. Ты сейчас еще с горы будешь спускаться. Отвянь вообще. Просто забей. Вспышка суицидит, смотрите. До чего там не домой человек. А инспирер живой еще, нет? Да я убил этот, убил Юкша, ты чего? Я тебя не убивал, тебя убила гравитация. Это разгон, разгон, вспышка. Это где? Я не понял. Разгон, на горку. Блин, серьезно? На горку, туда переехать, а потом вниз еще. Давай. Человек спрашивает, а что ну что? Работает? Так, конечно, Пока. Переворачивайте, лоб. А, ну там легко, смотри, там можно проехать. Блин, это серьезно. Работает да давай, чипон, давай, давай. Если давай, судьи давай. Рядом, то они перевернут. Все, серьезно. Они бам! Не переворачивайте его. Офигеть, ну какой вообще. Везучий. Слушай, я этот там что-то хочу. У него блин, просто, видишь... странный бат, который не едет на чекпоинт и просто пытается заехать в одном и том же месте на скалу. Сейчас, погоди, еще здесь можно перевернуться. Да ну нафиг! У меня танк от этих прыжков в сальтухе делает. Вспыхин на 80 четко. Я сбрасываю газ. А у него, видишь, мешочки. Ты понимаешь, он сейчас не на колеснике, потому что колесники. Я тут ремонтная бригада пытается поднять. Блин, видишь, о, меня подзанесло чуть-чуть. Что-то базу берут, по-моему. Да ну, нормально, там, чек, чек, там чекпоинт. Есть, а первый разбился. Еп-еп. Тащит до конца. Вот там еще где-то разбиться можно, класс. Это что, первый разбился, что ли? Там с бункера еще можно. Да, это карма. Бункер это одно из последних мест разбиться. Это карма. Нет, проехал мимо товарища, который перевернулся. Гидя воспользовался ситуацией. А правда, что вспышка на Кипре живет? Да. Поближе к очку картошки. Плавает. Поближе, максимально близко, в опасной близости. Я к нему в гости заезжал, да, действительно, на Кипре. Первая ступень, это как левша, переехать в офис в Минске. А сам не хочешь на Кипр перебраться? А вторая степень... Так, ну что, помянем вспышку? Там слишком да, вспышка, влажно. Просто на разгоне, ты... Серег. Просто на разгоне. Не-не-не-не-не-не-не. А, бункер надо аккуратненько. Слева он смотрел. Слева бы лучше. Ёпа, что с этим камнем тут делать? Да ладно. Так, направо, направо, направо. Направо, направо, вспыхан, направо, 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 вон, 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 бункер направо, пониже. Нормально можно проехать, да-да-да. Справа, во-во-во-во, ага, вот здесь. И чуть влево. Вот-вот-вот. Да ладно! Идеально. Мягкий гусь, я респектуем гражданину инспир. Так что я умею тут. Мягкий хлоп. Подставы опять. Подставы, подставы! Подсказки, подсказки. Сколько мозолей, 10 коробок будешь должен.
Отвечаю за гимн вообще. Без базлангуса. Ну, он вспыхнул, убьется сейчас. Хотя ладно, не тормози. Я сейчас могу это здесь честно, закончить. Честные гонки. Я не подсову. Смотри, какой камень. Смотри, нормально. Как он ХП не теряет? Я перекрестился. Потому что он никого не убивал, понял? Тебя убила гравитация. Слева объедь. Слева на камень залезть. А, я понял, да, я понял. Не разгоняйся. Мне кажется, разгон не поможет тебе. Надо аккуратно закарабкаться слева об камень. Во, вот так вот. Нет, назад. Вот так вот. И направо. Сейчас, если не получится. Ничего себе. Во, и, блядь! Давай! Опа, красава, все. Победитель. Это красиво. Это все было для тебя, да? Так, а теперь меня должны перевернуть. Катюш. Пан, переверни его, Иди в жопу просто. Блин, ну имеет 200 хп, блин. Я вас кидал всех под ука. Да я видела, как ты кидал. Видела. Ты хоть сказал, я могу посмотреть. Кать, что случилось? Да потому что он меня кинул, я не могу сейчас ни на Гедю, ни на кого. Я... Зачем вспыхнул там было? Да ничего, ничего страшного, все в порядке. Вон, смотри, он тебя переворачивал. Да это, ну, не уже он победил. Я на первое шел, второе не надо. Такое, все или ничего. Все или ничего. Если дотолкает вообще, красава. Все померли. Так, ну Пангус первый, вспышка получается... Не вспышка, Гедеон второй сейчас. Если сейчас двигаться. Вспышка будет вторым, погоди. Гедеон фуллово едет. Сейчас, погоди, мой... Давай Гидю обогнать, давай, дорогой, Гидю не успеет. Серега, давай. Давай, тащи. Сейчас, да, все, я второй. Вспышка второй. Вспышка второй. Так, проблема в этом камне, да? Да.